сильно о плохом не будем думать. Я уверен, что жители города Хабаровска оценят труд, оценят это, увидят это. И, а когда есть красота, есть то место, куда можно прийти, полюбоваться, испытать запах хвои. Это так здорово, это так приятно. Я не думаю, что у кого-то поднимется рука на эту красоту, сложить, обломать. Ну и, кстати, здесь же будут видеокамеры, поэтому для тех, у кого все-таки есть такая мысль небольшая,